приветствую. Долетай. Сейчас я покажу, что и как, и где у нас сегодня будет происходить. Мы на нашей лайв-студии. Сегодня познакомлю вас с тем человеком, хотя вы, в принципе, уже знакомы. Если вы с нами знакомы, то вы его тоже отлично знаете. Это Арсен, наш волшебник. Посмотрите, красавчик. Сегодня будем писать вокал к нашим новым трекам. Мы готовимся к выходу нашей новой EP-шки, к новым синглам. Так что вы будете свидетелями, как все это непосредственно происходит. Даже сегодня текст распечатали, видишь? Мы будем писать трек «What are you waiting for?». Смотри, как здесь классный процесс происходит. Для тех, кто не знает, Арсен не хочет видеть того, кто его записывает. Он сидит в соседней комнате. Вон там, да, за пультом, там все дела, короче, компьютер. Здесь я с микрофоном и таким небольшим пультом. Этот пульт использую я для того, чтобы, собственно, регулировать голос. Слышимость голоса в наушниках, Арсена, чтобы с ним контактировать. И плейбэк, который играет, под который я пою. Так что я не сам рулю, все сам. Я не понял, ты распелся уже в дороге? Да! Тот с замедлением оставляем, это уже. Давай дальше. Тяжко, тяжко. Сложный процесс крайне. Непростой. На записи просто такой колоссальный опыт. Ты слышишь все, что ты не слышал. Ни на концертах, ни на репетициях. Ты нигде этого не слышишь, вот как ты слышишь это на записи. Все, Арсен зовет меня дальше продолжать. Окей, что там? Да-да-да, confusing. Более как-то с хрипотцой. Serbian feelings, confusing thoughts. Serbian feelings, confusing thoughts. My body was broken, the soul was lost. Like I have lost the earth beneath my feet. And now I'm screaming like I never did. Да, давай. Lost earth. The earth. Дадим немножко эротики. Здесь куплет один. Просто поменял кардинально, целиком. Из-за этого немножко плаваю. Сейчас я его запомню. Тут моментов-то я сначала так прикидываю, потом отдаю проверять. Там, кажется, вообще ни хрена так нельзя говорить. И такой меняешь, чтобы еще в рифму это все было. Это... Да! Guts и трэп. Два слова, вроде казалось бы, ну, нету схожести. Схожести, да, но при этом они вот. The end itself began to change your guts. Consent and action leads you to a trap. Ты вроде, ну, блин, не похожи, и вроде одно сейчас звучит нормально. Ну, да. Вот. И при этом они более такие, а нет тяжелых звуков. Траншея какая-нибудь там, нету такого. Это поэтому легче гораздо. Он звучный, подходящий. There is a part of me which no one they love better. There is a part of me which know that we are blame. For what we made and maybe sure part is not over. But now there's no road left for me. Как это тяжко, черт возьми, я действительно рад, это классно. Все, мы закончили запись вокала. Всем спасибо, все свободные. Особенно вам, что вы до сих пор все это еще смотрите. Как ты? Все, я... закончили? Мои уши, что с ними? Это он доволен, на самом деле, так. Ему понравилось, я по глазам вижу, он просто не всегда говорит то, что думает, да. Не думаю то, что говорю. Самое-самое, мы закончили, мы с Русиком закончили, а самое веселое сейчас предстоит вот этому парню. Да, к сожалению. Там буквально космические, знаешь, так вот штришки так сделать, подровнять, там немножко ноты, там немножко чуть-чуть. Ритм. Да, чуть-чуть. И все, изи-пизи вообще. Ну, думаю, уже все, это будут последние дневники. Мы не будем, наверное, записывать, как Арсен будет сводить. Это его дневники. Это его дневники уже, да. Наши дневники закончатся на этих. И дальше уже будет релиз. Так что ждите.
Ну что, пойдем готовить обложку. Ооо!